Надо перевести состав на другой путь. Понял. Стоп! А надо ли? Она дама лихая. Сэм. Ну, я просто... Чёрт! Неужели сработало? О, господи, мост! Черт! Черт! Считал себя человеком терпеливым, но вы две шавки особой породы. Хам, с удовольствием тебе врежу. Ну давай, даже не надо. Черт! Рискнете жизнью? Ради кого? Ради горстки черни? О, ты невыносим! В моих жилах течет кровь древних королей. Мой народ снова восстанет. Черт! Вали его! А выглядишь таким крутым! Это моя земля! Вы-то что тут хотите получить? Мы просто хотим помешать тебе! Бомба? Да я просто куплю другую!
Сожгу твой город, воровка. Твоя чернь будет молить о пощаде. Покончим с этим. Стопни! Молитесь перед смертью! Тебе конец! Не рыпайся! Надо уметь вовремя признать поражение! Ваш час пробил! Надин! Я сейчас! И вниз! Почему вы просто не сдохли? Вот и все. Рано радуетесь. Придут еще. Как тот юный король, вы ничего не добились. Ты совершенно прав. Прогресс всегда требует жертв, Фрейзер. Нам пора. Ах ты, мерзавка! Бежим! Господи! О, Сэм! Забирайтесь уже! Женщина! Да это мышцы! Все так говорят! Давай, давай! Спасибо! Слушайте, как вы оттуда выбрались? Честно говоря, я сама не поняла. А где Асаф? Взорвался с поездом. А, ну что, туда ему и дорога. Вот это вид. Класс. Ага. И дело сделано. Ну,
куда теперь? Надин Росс. Вернешь компанию, выйдешь на рынок оружия. К черту компанию. Да ну. Ну да. Вообще-то я подумываю всерьез заняться поисками сокровищ. Никакая сволочь тут не ищет партнеров. Ну я... Не ты. Окей. О, извини, я работаю только с профи. Ага. Где бивень? А он не... Господи. Что, Сэм? Да шучу, я шучу. Вот он. А вы... Ау! Алло! Больно же. Последняя сигарета. Какая красота. Да. А сколько, вы думаете, мы за него получим? Ну, Министерство культуры наверняка наградит нас. Ага, ага. От всей души. Да, партнер? Давай. Да уж, новые юмористки. Министерство культуры. Боже, вы что, серьезно? У меня есть частный клиент. А? Ну, послушайте вы минуту. Я все понимаю, благородство и все дела. Ну, правда, я же полностью поддерживаю. Ну, нельзя ли... На, вот, пиццу поешь. This is how we keep it cool and this is how we be.
Mm-hmm.